Наш информационный десант retail.ru продолжает свою работу на выставке Prodexpo 2022. Продолжаем знакомить вас с интересными проектами, интересными людьми. Здравствуйте, давайте знакомиться. Да. Меня зовут Сергей Конев, я генеральный директор ООО «Май». Мы занимаемся продуктами питания, производим чай и кофе. Наши бренды «Майский», «Ричард», «Кертис» и «Кафеса». Доля рынка 20% в чае, и мы начинаем, работаем в нишевых категориях с проектом «Кафес». Бэкграунд уже понятен. Расскажите, пожалуйста, мы сегодня будем говорить о чае? Сегодня мы будем говорить не о чае, сегодня мы будем говорить о нашем новом проекте. 2 года назад мы представляли тоже на выставке наш B2C Marketplace Tiru. Сейчас он успешно реализован, и уже трафик составляет порядка 5 миллионов на этом маркетплейсе. И мы вышли на продажи в районе 300 миллионов рублей GMV генерируем только чайно-кофейной тематики на этом маркетплейсе. В этом году мы представляем уже новый проект, тоже цифровой. Это B2B-платформа My24. Рассчитана она на то, чтобы агрегировать порядка 60 тысяч торговых точек традиционной розницы вся на платформе и 1000 поставщиков продуктов питания. Всего будет на платформе представлено 20 продуктовых и непродуктовых категорий, релевантных для традиционной розницы, и порядка 22-25 тысяч ассортиментных наименований. Это цель итоговая. Сейчас мы как раз после завершения пилотного проекта приступили к масштабированию. На сегодняшний день у нас в районе 10 тысяч торговых точек уже агрегировано, и в районе 200 поставщиков работает. Мы на выставке проводим, помимо того, что сами представили стенд с платформой, и с платформенными сервисами, мы проводим активную работу с экспонентами. Наши цифровые амбассадоры, платформенные амбассадоры посещают каждый стенд и на стенды презентуют сервисы платформы всем экспонентам. Все думают, участники рынка, как же им показаться друг другу. Ритейлеры думают, где же найти новых интересных поставщиков, а производители думают, как же выйти на ритейлеров. Получается, ваш продукт поможет абсолютно всем. Конечно, конечно. Особенно он поможет разрозненным торговым точкам традиционной розницы в том, чтобы получать и иметь возможность сделать оптимальный выбор продуктов питания по условиям цена, качество, условия поставки. И он также поможет поставщикам, что дистрибьюторам, что производителям, получить доступ к базе данных 60 тысяч торговых точек, по сути. Это будут наиболее платежеспособные торговые точки. И осуществлять заказы, минуя вот эту вот работу с торговым представителем. Знаете, сейчас сложности есть с тем, что с наймом рабочей силы. Торговые представители... У торговых представителей появилась хорошая возможность с развитием онлайн-продаж работать курьерами. Там у них лучше заработок. Наша же платформа поможет без работы торгового представителя напрямую из торговой точки делать заказ и получать продукцию. Также есть сервисы по контролю прохождения товара, сервисы по контролю остатков товара на складах и сервисы по обеспечению оплат за поставленный товар. Звучит как наступившее будущее, которое несет плюсы абсолютно всем игрокам рынка. Поэтому, наверное, пожелаем вам удачи. Может быть, какие-то еще напутственные слова всем игрокам рынка от вас. Всем игрокам рынка, всем, кто представлен сегодня на выставке, приходите на наш стенд, ознакомьтесь с нашими сервисами, которые My24, платформа My24 вам готова предоставить. Объединяйтесь на платформе My24.